Инженерные войска, оказывается, сильны не только в бою, но и в искусстве. В Нижегородской области прошли всероссийские соревнования «Безопасный маршрут», где подразделения со всей страны боролись за право называться лучшими и представлять нашу страну на международных соревнованиях. Все было очень зрелищно, красиво и даже с музыкальным сопровождением. Один из саперов, как оказалось, отлично поет. Растворился я в тебе, как в океане море. Ты прощаешься со мной, чао, бамбина, сори. Сбила ты меня с дороги, не найду фарватер. Буду жить теперь один, я как терминатор. Ты прощаешься со мной, чао, бамбина, сори. Для меня теперь любовь — это только горе. Две кости и белый череп — вот моя эмблема. Называй меня теперь терминатор. Я терминатор! А теперь внимание! Первый победитель безопасного маршрута. Те, кто будут представлять в августе инженерные войска России на армейских международных играх 2015. Команда, показавшая лучший результат. Команда 187-го межвидового регионального учебного центра награждается переходящим кубком «Безопасный маршрут». Долго к этому шли, но довольны. Готовиться очень тяжело было, а уже здесь как тяжело в учении, легко в бою. Мы готовы представлять наши инженерные войска на международном уровне и обязуемся на этом уровне победить и то же самое доказать, что инженерные войска России — это лучшие войска во всем мире.